Ксения уже 10 лет занимается вокалом в Центре эстетического воспитания. Способности девушки по достоинству оценили не только родители и педагоги, но и члены жюри областного конкурса «Юные таланты», которые присудили ей первое место. И вот теперь, перед Новым годом, еще один сюрприз – приглашение на вручение специальной стипендии главы Одинцовского района. Очень неожиданно и приятно, Я не знала, если честно, что у меня будет такая возможность. Соответственно, я очень рада и благодарна и родителям, и всему педагогу. На церемонию вручения стипендии главы Одинцовского района в зал Лесногородской школы пригласили 100 молодых людей. Кто-то из них еще учится в начальной школе, а кто-то уже сменил школьную скамью на студенческую. Сегодня были и призеры олимпиад различного уровня, и победители конкурсов, и спортивных соревнований. То есть наши дети талантливы и многогранно, самое главное, талантливы. Важно этот талант увидеть и оценить. А для ребят очень приятно, что этот талант оценен не только классным руководителем, не только учителем, не только родителями, а самое главное – главой Одинцовского района. Семен – выпускник Кубинской школы номер 1. Его любимый предмет – физика. Благодаря этому он стал стипендиатом и поступил в Бауманку. Правда, свое будущее молодой человек решил связать с другой наукой. Информационная безопасность МГТУ имени Баумана, ИУ-8. Но это ведь не совсем физика. Ну, не совсем физика, но очень много физики. Информатика и все технологии, они же связаны с физикой. Век физики прошел в 80-х годах, сейчас век информации. Стипендия главы в первую очередь должна мотивировать молодых людей на успехи в области науки, искусства или спорта. И, конечно же, учредителю премии хотелось бы, чтобы свое будущее они связали с малой родиной, Одинцовским районом. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».